И добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем проходить Resident Evil 2. Проходить будем на хардкоре. Точнее будем перепроходить. Поговорим немножко о том, куда я пропал, что нового у меня. Слушай, я серьезно, сам все видел. Да, я верю. Ты, главное, продолжай. В общем, в прошлую пятницу я шел домой из бара, и мне навстречу идет женщина. Вся шатается, но, думаю, пьяная. Так. А скажи-ка, а сам ты тогда сколько выпил? Ну, хватит, я был почти трезв. Как же? Да послушай ты, она подошла... Так. Это мы немножко случайно скипнем. В общем, я переехал в Ялту, в Крым, уже как почти второй год здесь. Недавно получил вид на жительство и уже заказал микрофон нормальный, заказал вебку. 10 апреля, думаю, уже будет и вебка, и микро хороший. Сейчас вот собрал себе комп на RTX 3070 Ti. Буду снова продолжать записывать видео. И буду вести тоже также лайв-канал. Вот, в общем-то, решил перепройти... Странно. Резидент Evil... Да, блядь. Второй резик решил перепройти на хардкоре. Потому что это одна из любимых серий игр, короче. Я проходил и третью, и четвертую, и седьмую. Восьмую только рад, что не проходил. Но это тоже предстоит. Тоже будем проходить на хардкоре. Кстати, а здесь нету ничего, никакой пасхалочки. Почему-то мне всегда кажется, что вначале должна быть пасхалочка, которую можно так легко проебать. Может, этот челик будет здесь, а? Ладно, ничего здесь нету. Окей. Еще я поебался немножко с русификатором. Несколько раз пришлось мне его устанавливать. Он не работал. А, и по итогу с третьего раза у меня получилось. Есть кто? Странно, там крови столько лежит, и он заходит. Эй, есть кто, блядь, стекла разбитые. Ну да, сейчас тебе отвечу. Тут что-то не так. Фонарик лежит, кровь валяется. И да, здесь обычный магазин, блядь. Где-то здесь, я слышу. Там ебутся. Это обычный магазинчик нового. Наркоманы типичные. Ждите здесь. Я вернусь. У нас есть хоть оружие? О, дверь открылась. Зашибись. Успокойся. Офицер, вам помочь? Сэр, не подходите! Эй! Отпусти его! Живо! Отличный день в Америке. Что еще сказать? Ну да, такого человека точно надо держать и говорить успокойся. Стоять, блядь, я выстрелю. Охуенная логика. Ах ты, тварь. Ну что за... Ты чё, типа, не стоп? Эй, что ты делаешь? Он же жив еще. Ебать колотить, конечно. Блин, вот а у Резидента всегда самые атмосферные игры, наверное. Так, а нам теперь куда? Какие фоточки. Блять, я вот сколько работаю, ни раз не видел таких мест рабочих. Такое, наверное, только в играх. Либо в Америке. Блять, музыка до сих пор угнетает. А ты, блять, там откуда-то?
Идите нахуй. Ебать, беги, дебил. Дура, не туда. Не да ладно. А зомби резко так затихли, да. Ты да. Цел? Да, вроде бы. Спасибо. Рано радуешься. Спасибо. Взгляни. У меня и пуль нету, я сука стреляю последнюю пулю, которой нету. Какой красивый он был. Идем! В машину! Держись! Вот абсолютно пустая улица была, когда он приехал. Откуда они сюда пришли? Что, блядь, не так на этой заправке? Что за чертовщина? Я не знаю. Надеюсь, в участке что-то знают. Это вопрос, который Погоди, мы не перестаем задаваться, да. Да, Леон Кеннеди. А ты? Клэр. Клэр Редфилд. Живешь тут? Нет. Клэр... Ищу брата. Он тоже коп. Что ж, рад, что мы встретились. Не знаю, чего еще ожидать. Таракан Сити. Красивый переход. Вот видно, что авторы над этой игрой очень сильно старались, разработчики. Хоть это, конечно, и ремейк. Блин, вот Клэр Редфилд. Блин, ну есть же еще Крис Редфилд. Вроде и будет антагонистом в одной из частей. Одним из главных злодеев. Я вроде не помню, чтобы Клэр Редфилд где-то еще появлялась. Ада Вонкер, я помню, появлялись. А вот Клэр не помню, блин, вообще хоть убей. Хотя в резике такая запутанная история довольно-таки. Что-то прям пипец. Все, конец титры. 1 FPS, 53. Вниманию всех горожан. В связи со вспышкой эпидемии, рекомендуем вам укрыться в полицейском участке Ракун-Сити. Бесплатная еда и лекарства будут предоставлены всем нуждающимся. Боже, как такое возможно? В участке должны что-то знать. Уже близко. Да, но... Что, если никто не выжил, и мы последние? Нет, кто-то выжил. Должен был. Город большой. Окей. Окей, окей. Придется пройтись. А может не надо? Может дальше поедем? Скорее пробежаться. Да, в точку. Чёрт! Блин. Леон, сдавай назад! Машинка. Что за... А тебя-то когда покусать успели? На выход. Быстро! Не могу! Держись! Ау! Это было больно. А это еще больнее. И он не вырубился. А Клэр где? Все, пизда, ёжик. О, нет. Ни ожогов, ни потери сознания, сверхчеловек. Да и только. Клэр!
Клэр, ты жива? Да! Я в порядке! А ты как? Хуёво! Надо сваливать, тут опасно! Да иди ладно! Вперед! Встретимся в участке! Окей. Понял тебя! Можно на дом какой-то? Просто бежим. Проебываем что-то секретное, но просто бежим. А нам куда вообще? Или нам типа вперед и надо было? Блять, а куда? Подожди, я запутался. Ладно, бежим просто дальше по улице. Иди нахуй. Нахуй. Ты тоже нахуй. А, вот переулок, отлично. Блять, как я так мог проебать переулок? Блять, будто ванной сидит сюда. Они повсюду. Все зомби. Кстати, вот на хардкоре за Клэр намного сложнее начинать, хотя в дальнейшем будет легче. А за Леона, наоборот, слава богу. Начало полегче, а дальше пиздец начнется. Так. Участок. Да ебиться сердце стало чаще, уйдите нахуй. Тюрьму брата. Я думаю, они не перелезут. Думаю, вообще перелезть не смогут и выломать не смогут. Та-та-та-та-та-та. Здесь по-любому где-то должно быть что-то быть. Я не помню, но должно быть. Я хочу собрать всех куколок, получить все нашивочки. Эй! О. Есть кто-нибудь? Отлично, хилочка. Отлично. Пленка для сохранения. Кстати, вот их нужно экономить. Хотя я один раз проходил на хардкоре за Клэр. Ну и... уже хоть кто-то. О, оп. И мне хватало пленки на самом деле. Просто в некоторых моментах ее будет пиздец не хватает. Старлинг, вы там? Я нашел выход. Все здесь. Ебать. Отойти. Нужна помощь. Да убеги ты уже. Надо найти его. Просто беги, брат. Просто беги. Так, давайте сохранимся. Используем. Леон. Полицейский участок. Хоп. Найти третий медальон. Мы будем вот здесь сохраняться. Хранить. Ключи хранить. Пуль у нас нету. Так и они нам и нахуй не нужны. Здесь у нас что-то есть еще. Наш... О! Желтым цветом подсвечивается, куда нам надо. Забавно. Я что-то этого не припомню, если честно. Тут нам понадобится либо ножик, либо что-то еще. По классике жанра. Так, он будет тоже три фигурки собирать, да? Да-да. Три фигурки тоже будет собирать, значит. Травка. Мне показалось, я где-то сейчас увидел красную траву, ну ладно. Туда ключ нужен, хорошо. Я так понимаю, здесь везде пока нужен ключ, и нигде мы не пройдем просто так. Ладно, окей, пойдемте тогда открывать дверь. Кстати, Леон для мента слишком так легко одет. Ебать, какой-то фриз поймал. Ну ладно.
значит keep out? И чё это? А, типа пролезай, да? Честно, я бы туда не полез. Увидев это, я бы не стал лезть туда. У нас Леон какой-то бесстрашный. Кстати, напоминаю о чем-то этот, The Evil Witch 2. Когда он перемещается в синие холодные пространства, темные коридоры. Коридоры с призраками. Хорошая была игра. Ну, найдите предохранитель, само собой. Мне бы пуль найти, прежде чем найти предохранитель. Так, что у нас тут? Да ёбаный блядь. Я понял. Справлюсь. Бежим. Прачную мы можем зайти или нет? Мне тоже нужен ключ. Ебать, все страшно скрипит так. Это у нас включает свет. Опана, патроны. Супер. Прачечной больше ничего нет, значит съебываемся. Даже если он станет пизды нам даст, просто съебываемся. Я бы просто пролез бы. Ну не стал бы поднимать ящики. Уж тем более опечатанные. Так, мы можем зайти в туалет. Да, я поначалу буду открывать часто карту, потому что я еще ее... Потому что я еще ее не забыл. Точнее, наоборот, забыл. И мне надо ее вспомнить. Окей. Окей, хилочка. У нас две хилочки, хоть что-то радует. Ой, блядь. Значит, туалет мы облутали, да. Такс, нам нужно... В восточный офис будем заходить или нет? Или зайдем в комнату смотрителя? Сука. Сука, блядь. Боже. В офис мы не зайдем. Значит, заходим сразу в комнату смотрителя. Открывай! Скорее! Открой дверь! Открой эту сраную дверь! Я сейчас! Помоги! Ну, уже поздно. Помоги! Дай мне руку! Держу! Вторую руку! Бля! Вот черт. Господи. Я думаю, ему помощь уже точно не нужна. Ладно. Закрыто. Это что? Ага, типа собираем, да, подсказочки. Блокнот офицера. Паркинг и на улицу съебаемся. Три медальона нужно. Так, один у нас во льве. А, блять, это загадка. Нужно будет подойти, вот эти штучки сделать правильно. Тогда откроются двери, и мы сможем спиздить медальон. Все. Вот эти штуки нам нужно будет запомнить. Я гений. Вернитесь в пол. А можно не надо? Закрыто. Да блять, еще сразу до красного. Хорошо, у нас все-таки уровень опасности. Здесь закрыто тоже. Съебаем. Просто бежим. Бежим и не останавливаемся. Да ты, дура, откуда вы? Сука, пиздец. А чё я FPS так просил? Ёпки. Вот, не люблю таких. Пиздец. Супер просто. FPS просел до 24.
Жесть. Да. Ладно, продолжить. Ай, блядь. Что ж так далеко-то, а? Сука. Бежим. Если мы бежим смелее, до 33 пускай, смелее. Я справлюсь. 32 кадра. Батя, что так все хуёво? Что за просадки по FPS? Это пиздец. Боже. Открывай! Скорее! Открой дверь! Открой эту сраную дверь! Я сейчас! Да мы уже видели все, это мы уже поняли все. На! Сука, не можем открыть движение. Так, бежим, бежим, не добивай. Вот в хардкоре важно не добивать. Здесь мы просто бежим. Бежим сюда. Сейчас два чушпана встают. Забегаем сюда. Ну, и где? Вот они ломятся. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Ага. Ага. Ага, оббегаем. Делаем красиво. Бежим. Бежим, бежим. Обязательно. Предохранителя у нас нету. Давай повторим судьбу офицера сейчас. Нет, не повторим. Повторим. Черт убери! Да ногой ударил. Берегись! Справлюсь. Нихуя себе, ты кто такой, дядя? Они отрезаны. Вау. Пока что. Спасибо. Я же нажал прескрин. Марвин Брана. Леон Кеннеди. Там был офицер. По идее, должен сработать прескрин. Не спас. Вставай. Блин, настолько классных фоточек. Столько классных скин. Ты сделал, что мог. Известно, с чего все началось? Без понятия. Но если не будешь осторожен, то тебя попросту сожрут заживо. Ага. Я должен был начать еще неделю назад, но сказали не ехать. Ты здесь, Леон, это главное. Лейтенант, я готов. Надеюсь, ты найдешь отсюда выход. Офицер, которого ты встретил. Эллиот считал, что есть секретный проход. Ну просто зачем отлично. Было пачкать? Отвезем вас в больницу. Нет, это не в приоритете. Лейтенант, я вас тут не оставлю. Это приказ, салага. Твоя цель — спастись. Я бы помог, но лишь замедлю тебя. Вот. Пригодится. Я не могу. Отставить. Не повторяй моих ошибок. Увидишь этих тварей, в форме или нет. Не вздумай медлить. Убивай. Или беги. Понял?
Да, сэр. Да, сэр. Кстати, вот что меня всегда еще интересовало в Resident Evil, то что... Почему Клэр и Леон, они в полицейском участке никак не пересекаются? Почему, типа, они... при повторном прохождении нету никаких открытых дверей, ничего срезанного, а все новое просто? Типа, здесь никто не проходил, хотя они уже оба там проходили. Это, типа, такой момент, который очень сильно беспокоит. Ебать, опять просадки по FPS, что за хуйня? 15 кадров, 29, 26, 27. Блять, пиздец. 27 кадров, что за хурма? Так, минутку, минутный разбор. Так, может, это то, что редакторы скриншотов открылись? Ага. Теперь они все закрылись. Вот так, собирай комп, называется, на DDR 5 памяти, с RTX 3070 Ti. И вот он, лови вот такие вот статоры. Пиздец. Выпускайте Каракина! Я себе представлял первый день. Блять, это разве его первый день? Раньше не был там на какой-то спецоперации. Или где-то там. В специальном здании. Сохраняться еще раз. Раз, сука, ты заебал лагать. Сохраняться еще рановато. Это не прикольно. Да, очень-таки неприкольно. Кассетку, кстати, тоже можно выкласть и не таскать ее с собой. Потому что она всегда в ящике, а где есть сохраняшка, там и ящик всегда есть. Отлично, патроны для пистолета. Сейчас я еще кое-что хочу глянуть. Может, у меня что-то лишнее открыто, обновляется. Steam. Так, закрыть браузер, это закроем. Тринадцать FPS, да. Что за посадки? Что это за дикие фризы? Ну-ка, настройки. Графика. Ну, давайте опустим вот так до 150. Дельти фикс выкал. Так, кадров. Сделаем вот так тогда. О, Fidelity FX включаю сразу качество по... Блять, качество по... Сейчас будет резон. Зачем смотреть было? А? Что? Ну, обычный рабочий день полицейского, что тут такого? Сюда вроде нам кто-то нужен. Да блять, нахуй ты его уронил, дебил. Царапины. Ну давай, вылетай, тварь. Я ж помню, что где-то ты сейчас будешь здесь. Нет. Так. Окей. Отчет о событиях. 25 сентября. Преоборудуем участок во временное убежище ввиду неожиданных
крупной эпидемии, сотрудники полиции было поручено бросить все силы на обеспечение безопасности гражданских лиц во время и после эвакуации в участке. Так, 25 сентября дополнительно. В результате ночного нападения одного из беженцев один офицер погиб, а еще трое получили ранения. Нападающий был быстро обезврежен. Пока что мы полагаем, что вспышка насилия обусловлена не чем иным, как чрезмерным стрессом. Сегодня на участок напала толпа, из-за чего пострадало несколько человек. Выжившие сумели укрыться в аварийном ограждении. Но мы в осаде, и выбраться отсюда будет. Также пока не удалось ничего починить оборудование связи, так поэтому мы все еще отрезаны от остального мира. 27 сентября где-то в час дня в западной части участка произошла очередная стычка. 12 человек погибло, и выжившие остались только совсем мало. Все катится к черту. Окей, закрываем. Что мы еще здесь не нашли? Карту участка. Продвинутую, окей. Сейчас мы выпрыгнем сюда, нам нужно будет пробежать вот сюда, вот сюда. Фотолаборатория, у нас есть сохраняшка, где нам предстоит сохраниться. Это неотъемлемый пункт. Если мы сейчас выйдем сюда, но мы сюда не выйдем. Нам придется выйти сюда. Ладно, понял, съебываемся. Десантируемся. Сейчас нам опять пизды дадут. Но нам налево по коридору. Налево и еще раз налево, и вот здесь нам пизды дадут. Нет. Нам никто пизды не даст. Значит, направо и сюда. Отлично. Лекарственные свойства травмы, это мы все знаем, конечно, там красная зеленая лечит, красная там обезвоживает, синяя там снимает эффекты всякие. Точнее, красная повышает броню. Сразу объединяем с этой. Получаем микстуру из трав. Пленки у нас пока мест никакой нету. Но здесь должна быть пленочка на шкафу. Радует, что дают по 3 пленки, иногда по 2, потому что иногда бывают затяжные пункты. Ай, порох. Порох. Используем, сохраняемся. Так, вот это вот сразу хранить. У нас экипировано. Порох хранить тоже. Когда мы сохранились, мы уже можем спокойнее пошариться. Так, здесь мы все взяли, здесь мы все взяли. Здесь у нас доска, здесь подъем наверх. По коридору у нас еще что-то лежит. Комната хранения. В комнату хранения нам бы заглянуть по-хорошему. Западный офис. В западном офисе у нас кейс. Есть. Здесь у нас преобразуется пленка. На второй этаж, я думаю, нам немножко рановато пиздовать. По-моему, уже полис у нас будет вот здесь вот. Хорошо, идем дальше. Забираем травку. Не пизди. Все, забиваем. Так, тебя нам никак не обойти, да? Жирнич. Так, тихо, тихо, ты не быкуй. Ах ты гнида. Все, упадешь. Не дерь падает. Нормально. Заходим, здесь мы узнаем, что нам кнопок не хватает. Здесь почти все закрыто. Ага, здесь дробаш у нас лежит, вот этого я забыл. Кстати, тоже почему, если Леон забирает дробовик, он остается для Клэр. Единственное, что, наверное, вот, сильно не проходит в этой игре. Заперто, блядь! Так. Записка по пути в кладовой.
хорошо. Похоже, что на клавиатуре пульта шкафчиков отсутствует несколько клавиш. Предполагаю, тому, кто это устроил, этот бардак, поскорее найти запасные клавиши и починить пульт. Я знаю, кто тут ублюдок. Кто еще мог так обосраться? Ну, на тебя какая-нибудь пуля не будем тратить. Идем, хороший мальчик. Айда, 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 айда. Молодец, у тебя мой умненький. Здесь мы выходим. Заходим вот сюда. Здесь кто-то из дебилов должен встать, конечно. Сука, я забыл. Использование пороха. Пороха патрона для пистолета 2. Два пороха, хорошо. Здесь слишком много дебилов должно встать, я помню. Патроны пистолета, отлично. Ебать, что-то громко. Как страшно. Так, а что-то выбираться. Итак, у нас осталось всего 4 человек. У нас нет оружия. Нет патронов. А постоянные стычки измотали нас физически и психологически. Нам конец, офицер Филлипс. Как-то предложила бежать через канализацию. Кажется, под участком есть потайной туннель, оставшийся в наследство от музея. Так. Тогда ее идея показалась вздором, но сейчас я изменила свое мнение. Да, мы не знаем, существует туннель или нет. К тому же, в канализации могут быть зомби, но сидеть и ждать смерти так, как себе. Так себе перспектива. Надежды мало, но я постараюсь разузнать побольше про этот туннель. Первое задание для новичка. Так, Леон Кеннеди, твое первое задание особенно важным и сложным. Твоя задача — открыть ящик своего стола. Ключ. Успех открыть. Успех открыт в первых буквах буквах наших именах. Введи буквы в порядке расположенных наших рабочих мест на столе. Два замка. По одному с каждой стороны. Открой оба. Иными словами, твое первое задание — запомнить имена других офицеров, но это ты уже и так понял, да? Удачи, Леон. Кстати, не обещаю, что Скотт сходит, даст тебе четкий ответ. Блять, а где их имена здесь? Вот он. Карцен. Нил Карцен. Уйди, придурок. Ну вот хули тебе от меня надо, полудурок ты несчастный. Чёрт! Да, блядь. Мразота. Ке-е. Сет, сет, окей. Окей. Понял. Понял, дебил. Нил. Здесь кто-то, блин. Нет. Окей, попробуем нет тогда. Нет, окей, подтвердить. Все. Здесь также справа налево. Так. М. Р. С добрым утром, блядь. Что за... Сука. Блядь. Какого ты? Она здесь, по идее, должна валяться.
нету, объединить. А где его имя? Да вы издеваетесь, блядь. Это пиздец. Просто даем съебу отсюда. Сделаем патроны и вернемся. Так, достаем порох. Объединить, объединить. Все, у нас есть здесь патрон. Это грустно, вот это нажимаем, можем хранить. И идем снова. Второй где? Хорошо, один плёк. Второй тоже. Так, М, Р. МР, дальше можно уже методом тыка попробовать просто и все. Г. Вот и все. Большой магазин, супер объединить. Леон Кеннеди. У нас такое прям козырное место. Супер. Пока месяц, надо еще здесь обыскать все. Так кто, блядь, ты встал? Хули ты рычишь? Что он, блядь, не спится? Господи. Ага, еще промазал, супер. Сучара. Ты кто? Сантехник или кто? Вот чёрт. Судя по всему, это был сантехник. Всё, лежи и не вставай. Сюда нам потом понадобится ключ. Да ты охуел. Кстати, блять, президент, вот в президенте исключительно нужно стрелять только по головам. Потому что если ты не будешь стрелять по головам, ты хуй пройдешь. Так, код от сейфа нам пока нигде не говорился. Потом где не нашли. Если только сейф, то да. Хорошо, сюда нам нет смысла, можно попробовать еще вот зайти вот сюда. И потом уже идти на второй этаж. Есть такие вот вариации. Патрон у нас пока мест не особо много. Туда в темноту пока мест тоже не стоит переться. Ну ладно, придется, что уж. Там этот все рычит. У тебя здесь что? Патроны для пистолета, супер. По идее, на этом, типа, да, все. Просто бежим, возвращаемся обратно. Бля, как же здесь жутко-то?
Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, жутко, сука. Так, травку мы сразу храним. Одну пленочку используем, то, что мы это все облутали. Сохранимся. Так. Ну и на этом, наверное, пожалуй, все. Спасибо огромное. Спасибо за просмотр. Жду вас в следующих роликах. Обязательно. Будьте здоровы. И самое главное, счастья вам.